Какой будет структура администрации в следующем году, сегодня решили депутаты Горсовета. Со второй попытки они провели крайнюю в этом году сессию. Напомню, ранее из-за отсутствия кворума принятие решений было невозможно. Кроме того, депутаты Горсовета согласовали изменения в устав Нарьинмара, утверждение плана работы Горсовета на следующий год и другие изменения. Подробнее о решениях народных избранников расскажет Алена Валей. Самым обсуждаемым стал вопрос о структуре администрации на 2016 год. Согласно докладу Елены Липуновой, администрация муниципалитета планирует оптимизацию. Под сокращение, согласно 95-му окружному закону, пойдут 14 работников управления образования. С 1 января полномочия в этой сфере перейдут в ведение окружных властей. Меньше станет и заместителей у мэра. Проектом решения предлагается упразднить должность заместителя главы администрации городского округа Нарьинмар по вопросам социальной политики, исключить из структуры администрации управления образованием, молодежной политики и спорта с целью оптимизации численности муниципальных служащих. Проектом решения предлагается должность помощника главы администрации и структуры исключить. Однако не все депутаты согласны с такой минимальной оптимизацией. С 2015 года в регион из города ушло 13 полномочий. Но вот штат администрации сократился незначительно. Согласно данным, представленным на сессии депутатом Горсовета Сергеем Свиридовым, в прошлом году эта цифра в мэрии составила всего 2,8%. Для примера, в Заполярном районе в 2015 году при сокращении полномочий муниципальных служащих стало меньше более чем на 60%. Хотя под крылом района, в отличие от города, остались полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на бурное обсуждение, большинство народных избранников одобрили вариант, предложенный администрацией Нарьинмара. Но с этим решением согласились не все. Такая структура для города в настоящий момент просто неприемлема. Нельзя было принимать такую структуру. Полномочий осталось в городе мало. Штаты по-прежнему раздуты. Они и раньше были фактически раздуты. А теперь их сокращение такое не заметили никакого. Несмотря на положительное решение, депутаты планируют вернуться к данному вопросу, но уже в 2016 году. А вот предложение депутатов еще раз обсудить первый вопрос сессии о бюджете муниципалитета, который был рассмотрен еще 24 декабря, поддержали не все народные избранники. Но инициативная группа, которая предлагала сократить расходы на содержание чиновников, отступать не намерена и будет отстаивать свою позицию в следующем году. Алена Валей, Вадим Носкин, телеканал «Север».